Итак, Аристарх возвращается. Об этом я анонсировал прямо в промо-ролике. Да, я снова буду с вами, поскольку очень сильно соскучился за деятельностью на канале YouTube на своем. Стартовал, в общем-то, неплохо, но было слишком очень мало выпусков. Часть из них набрали бешеную популярность, но я как-то это все дело забросил. Не было, не хватало лично времени. Ну, его всегда не хватает. Все думал заняться вплотную, программу прописал, каналом занялся оформлением. Но вот сегодня уже 1 февраля 2014 года, а до сих пор никакого старта не произошло. Поэтому я решил, что оформительная часть — это то, что можно заняться когда-то потом. Даже сейчас я записываюсь на зеленом фоне, и, скорее всего, он вырезан не будет. Я его вставлю такой, какой он есть. Вырезать буду потом. Все ролики, которые будут делаться, они будут монтироваться, продумываться концепция. Основное деление будет на канале следующее. Это запланированные программы, которые выпускаются, будут выпускаться с понедельника по пятницу. Каждый день своя программа. И также будут периодически, время от времени, по мере поступления новостей моих из моей жизни, будет также лайв-канал, который, наверное, скорее всего, в следующем, в будущем будет отдельно выделен для того, чтобы не засорять общий эфир. Итак, что же будет на моем канале? Почему я вас призываю подписываться? Я клянусь, что я буду его, этот канал, вести регулярно. Канал называется Аристарх Рек. Все, я уже решил, что закрепляю это имя за собой. И, соответственно, точно так же подписана шапка на моем канале. Что вы на нем увидите? Будут следующие обзоры. Обзоры софта. Это будут выпуски под названием «Программы». То есть там я буду рассказывать, показывать и давать ссылки, где можно найти эти программы. Я считаю, ну, уже был опыт, был один такой пилотный выпуск в прошлом году, и довольно-таки огромное количество просмотров было. Я там рассматривал просто виджеты. Очень много просмотров было, очень хорошие лестные отзывы, там в основном лайки. Ввиду того, что после этого никаких программ на данную тематику не было произведено, не было выведено в эфир, то, соответственно, особо сравнивать-то не с чем. Была только одна пилотная программа. Но есть куча классного, полезного софта, который поможет вам в вашей повседневной жизни, либо на рабочем месте. Но, скажем, не каждый любит читать инструкции, как пользоваться. В основном пару кнопок знаешь, ими и пользуешься. Я более-менее подробно буду и доходчиво объяснять, как пользоваться софтом, почему он полезен и где его можно найти. Так, следующее, что будет, это будет серия выпусков, которая называется, будет называться «Гугляндия». Пилотный выпуск также был в 2013 году, ну, там, скажем, как-то он особо популярности не набрал. Там я рассмотрел вариант мошенничества в интернете, но это больше даже как-то не связано было с самой «Гугляндией». Ну, пересмотрю, а вообще, на самом деле, будут там в этих выпусках рассказаны о всех возможностях сервисов Google и Яндекс. А это сейчас является актуальным, поскольку это две самые крупные поисковые системы в мире. В России преобладает Яндекс над Гуглом, в Украине ситуация наоборот. Соответственно, я и ту поисковую систему, и их сервисы буду подробно рассматривать и выкладывать на моем канале. Также будет, ввиду того, что вот я уже сколько стою, держу мобильный телефон на базе Android, ну, думаю, что будет пользоваться спросом серия выпусков, которые посвящены операционной системе Android. Называться они будут Android Rulet. На все это уже есть прописанные программы, и выпуски вы уже увидите, начиная с 3 февраля. На мой канал заходите, там будет подробно по дням расписано, в какие дни какие выпуски будут выходить. Готовить я их буду на выходные, а опубликовывать буду с понедельника по пятницу. Ну, дабы соблюсти очередность и чтобы вы понимали, что мой канал на YouTube живой, а не так, что пару выпусков и все. Одна царевна-одноглазка, которая 70 с чем-то тысяч просмотров набрала,
Вот он и поддерживает мой канал. Но опять же, для того, чтобы у меня была возможность уделять время моему каналу, если вы будете считать, что канал полезен для вас, вы ставите лайки, не забудьте подписываться на канал. Это очень важно, поскольку чем больше подписчиков, тем больше я понимаю, что канал востребован, и, естественно, я буду с большим трудом подходить к созданию всех выпусков. Также, что еще будет? Еще будут уроки игры на гитаре. Поскольку у меня есть опыт преподавания игры на гитаре, есть опыт игры самой на гитаре, я не скажу сколько лет, это более 10 лет. Есть опыт создания музыкальной группы, ну, есть примеры моих учеников, как они играют. В общем, я доступным для вас способом, совершенно бесплатно, буду обучать от выпуска к выпуску игре на гитаре. Если же вы захотите более углубленный курс пройти, об этом можно будет, естественно, договориться через личку, ну, естественно, уже за отдельную плату. Также будет серия выпусков про возможность заработать в интернете своим трудом. Серия выпусков будет называться «Кнопка баксы». Такую кнопку, естественно, никто не придумал, но каким образом вы можете организовать свое рабочее место удаленно, будучи фрилансером или каким-то другим образом, используя возможности компьютера и ресурсы интернета, будет подробно рассказано от выпуска к выпуску. От самых простых возможностей заработать деньги в интернете до тех, которые потребуют от вас каких-то дополнительных усилий и знаний в какой-либо области. Все выпуски будут проверены на себе. У вас будет возможность следить за финансовым отчетом по этой статистике на моем блоге aristar.info. Ну и основываясь на свои ошибки и успехи, делать будете выводы и будете применять это на себе, зарабатывая деньги. Я надеюсь, что мой ресурс на канале YouTube под названием Aristarch Rec будет полезен для вас. Если вы поймете, что хотя бы один из серий выпусков вам нравится, ставьте лайк. Это дополнительно стимулирует к новым и новым выпускам. Подписывайтесь на мой канал. И чем больше подписчиков на моем канале, тем, естественно, больше уверенности в завтрашнем дне моего канала и больше стремления начинать работать для того, чтобы вы получали удовольствие, для того, чтобы вы получали информацию, чтобы эту информацию вы применяли и чтобы жизнь в интернете казалась вам праздником, счастьем, чтобы вы там проводили время с пользой для себя. Ставьте лайки под это видео внизу. До новых встреч. С первым выпуском не заставлю долго ждать. Всем пока.